Каждый год свой праздник встречают коренные народы мира. В Ямальском районе это событие по традиции отмечают с размахом. Торжество для оленеводов организовали и на территории Малоямальского месторождения. Здесь прошли состязания по национальным видам спорта, метанию тензиана, ловле оленей арканами и, конечно, гонкам на упряжках. Праздник прошел при поддержке «Газпромнефть развития». Благодаря программе социальных инвестиций родные города компании «Газпромнефть». Предприятие уже много лет содействует традиционному образу жизни коренных народов, поддерживает культурные и экологические проекты на Ямале. Мы в проектное решение наше закладываем те или иные технические решения, направленные на то, чтобы сохранить эту хрупкую природу. И если ты не общаешься с людьми вживую, скажем так, в неформальной обстановке, ты не можешь понять вот соль того запроса местного населения, который здесь живет и работает. Так предприятие помогает оснащать фактории техникой и благоустраивать населенные пункты. А специально для кочевников в тундру доставили продуктовые наборы и свежий хлеб. Отдельно на празднике провели встречу, где нефтяники и коренные ямальцы обсудили вопросы быта и особых нужд. Помимо того, что «Газпромнефть развитие» оказывает очень большую социальную поддержку, и они вот приезжают на это место убедиться, насколько правильно все происходит, получить обратную связь и продумать планы для дальнейшего развития. В завершение двухдневного праздника победители соревнований получили ценные призы, сертификаты на покупку оборудования и наборы инструментов.